Ты еще не дорос до моего матраса-то. Бля, ты чё, забыл? О чем мне помнить? То, что я тебя под матрасом играю. Да нифига ты до моего матраса не доберешься. Это, да, не, чекни, это не чекни, для тебя. Под ним чекни. Ну чё чекать, я уже видел все. Что более, у меня матраса нету, чувак. Нет, это матрас там лежит. Нету никакого матраса. Есть матрас. Я говорю, я не знаю, у кого ты там под матрасом лежишь. Я у меня матраса нет. Есть. Нету. А под чем я лежу тогда? Я и говорю, я не знаю, у кого под ты матрасом, там лежишь. Под матрасом, у тебя я лежу. Ты нет. Что, тупой, что ли? Ты не знаешь, как матрас выглядит? Знаю отлично. Потому и говорю тебе, скину. Что его у меня нет. Нахер мне матрас? Вообще-то я под твоим матрасом, ты просто этого не понимаешь. Я говорю, ты что-то путаешь, чувак. Не, ничего не путаю. Путаешь. Отвечаю, ничего не путаю. Ты извращенец, а ты еще путаешь все. Я же говорю, мне некуда заглядывать, у меня нет матраса. А ты еще раз загляни. Куда? Под матрас. А если его нет, то что делать? Значит, он есть. В смысле он есть? Ты думаешь, его нету, а на самом деле он есть. Ай-яй-яй. Какой ты пошляк. Во-во. Вообще извращенец какой-то. Диана под Коляном, Колян под Олегом. Чё это за хуйня? Я типа начинка какая-то. Ну да, не знаю, какая ты там начинка и у кого. Я тебе сказал, берешь, значит, двигаешь матрас. А если его нет, то что делать? Купить, блядь, значит, мне холодно спать ночью. А мне не нужен матрас, иди нафиг. А мне холодно спать. Ну вот иди и покупай сам. Я тебе такие подарки делать не буду, спасибо. А зачем мне? Как раз в Икее распродали. Так я же у тебя живу. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Пидор ответ. Ты что ли пидор-то? Нет. А как? Пошути давай. Да на тебя нах, еще шутить. Да ты просто не умеешь, вот и все. Не, ну так как ты безвкусно шутить, я конечно не умею. Ну шути со вкусом. Ну вот еще. Ну ты же не умеешь даже со вкусом шутить. Нет, вообще. Со вкусом я умею шутить. Запахом банана, бля. Бля, запах банана. Еще один пошляк нашел. Ты понимаешь, здесь никто не пошлый, кроме тебя. Это ты там под кем-то лежишь, что я начинка. Вообще-то это ты под всеми там лежишь. Где он задрался? Значит, как минимум месяц этого говноеда не увидим, окей. Один хуй говноеда долго не будет. Еще бы Коля куда-нибудь ушел вообще. Шик блеск. Не, ну так меня не было.